И оба раза я доходил до следующего города, и вот все не могу. Пустой огромный мир. Это была одна из первых игр вот с огромным открытым миром, где он абсолютно, блядь, пустой. Понимаешь? Раньше игры были с открытым миром. Он не был огромным, он не был пустым, этот открытый мир. Вот Фейбл, когда играешь, там постоянно, блядь, идешь, понимаешь, там каждая локация, блядь, за кустик заглянул, там призраки стоят, или какой-то крест, блядь. А тут за призраками там пещера с орками, которые детей воруют, блядь. То есть это было классно, понимаешь? Помнишь, ты мне посоветовал игру, блин, классную? Я ее на PlayStation 3 даже прошел, хотя уже PlayStation 4 жила всего. Enslaved, да. Я, блин, вообще кайфанул. Хотя это было. Хотя и там все равно старая графика была. Да, мне таки даже больше нравится. Я вообще кайфанул. Так, у меня же объект Мега-Сити. Она душевная была очень. Так, ладно, мне надо, смотри, уничтожить объекты Мега-Сити. А, это здесь. Нет, да? Мега-Сити это город. Или еще где-то, смотри, уничтожить объекты. Смотри, ну-ка, дай-ка. Считается, нет, кровать уничтожил. Слушай, все, я крест играл. Все считается. Но это не Мега-Сити. Ну там ж... Или каменные что-то там. Каменные, это каменные. Вот, вот. Ну, там или. Блин, а из этого золото выпадает. Все, я не буду хорошо крышу. Зебра, стулья, блин. Мне надо 300 предметов уничтожить, можешь себе представить? Мне нужен паран. Или это хрень. Там были заданы, эти объекты, на машине надо уничтожать. Сука, где меня нападают? Блин, это где? Здесь. Показывай, где. Вот тут. Ладно. Второй тебя. Я убью его, если что. Не бойся. Где лифт? То у меня кто свой стрелять? Сумок. А, вот он. Вот так вот. Винтовка с тепловизором. Не, Вован, это имба реально. Ее должны ли пофиксить еще. Ну, уничтожает. Сначала любила, потом... Она уничтожает. А ты попробуй этот, включи обратно триггерный эффект. Наверное, с ним легче стрелять, я тебе говорю. Я теперь... Ощущение, что он как-то, знаешь, чувствуешь лучше её. Тактическая обычная, ну тоже нормально тело. Ты так вот смотришь, ну зачем он бьёт всё, да? Слышишь, как воспитывали, блядь? Уже помпопой пиздится, не забывай, блядь. А, ты повалил? Капец, блин, я... Нормально тут сейчас. Я сейчас питал нормально тут все спину. Хожу, и все прям с столики. Кто-то ходит. Да? Вот. Хороший дед. Mm-hmm.
из всех игр. Ну, знаешь, уже начал кайфовать от этого. Так, смотри, что это как Диабло. Знаешь, сохранить эту катку и на перемотке ее смотреть. Идем к кольцу. Враги. Ладно, я убегаю. Приземляемся туда. И вон там корона валяется. Это значит недавно убили, да? Со спины, блин. Я их убил. Ты по мне. Я убил, нахуй. Вон, нахуй, нахуй, тупо хана. Чё тихо? Бегут, за мной летят. На ко мне иди. Блять. Блин, я прыгай сюда, сюда в канаву прыгай. Кот. Вот сюда ты к тебе. Вниз прыгай, 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 прыгай. Все, я улетел. Иди сюда пиццу жрать. Я в туловой. Я буду как там дальше. Блять. Ай-яй-яй, куда мы? Примерно только один кусочек успел записать с собой. Ну, ладно. Перезарядить, перезаряди, проверь. Перезарядить. Ты там в сейве? Что? Ну, в смысле безопасности? Да, да, да. Давай сюда наберу. Тут тут есть. Пусть пусть отписывают друг друга. Коль. Там два отряда еще кроются. Пусть друг с другом бьются. Ну сядь, сядь ко мне просто, чтобы когда спасло. Ослабленные будут. Да, 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 да. Хорошо, я согласен. Не шуршай, не шуршай. Не шуршай. Мы близко подошли, они не слушают. Все, как раз пойдем. Хорошо, там зона. Самое то, мы со спины прям подойдем. Не, не шуршай. Слышь, они прилетели. Я не шуршу, они не слышат, когда я... Тихо. Да нормально, успеем, мы тут не привезем. Успеем, успеем. Давай там встречать. Да-да-да, вот здесь, а согласен. Вон, вижу, вижу. Вот здесь. Там чуть-чуть подбил. Разбил. Вот он, вот он, вот он, хорош. Он разбитый. Он там прыгает, я тут. Его убили, его убили. Перезаряжай. Хорош. Второй продамажен. Ты со мной придем? Мы же одного нокнули. Без брони. А, он в зоне запускает. Под бака. Что же, молодцы, катку пробили. Я с короной выиграл. Красавчик. Смотри на мою эмоцию. А я не могу повернуться. Если хочешь, чтобы я на запись поставил. Слушай, я прям сейчас запишу.